В Нигерии боевики сожгли военную базу. В результате нападения погибли около 100 военнослужащих. Множество солдат считаются пропавшими без вести. В Нигерии боевики убили около сотни солдат во время нападения на военную базу. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что нападение произошло в воскресенье, 18 ноября. Боевики атаковали базу в деревне Метели в северо-восточной части штата Борно, где активно действовали. Существует радикальная исламистская организация Boko Haram. По данным источников, множество солдат после атаки считаются пропавшими без вести. Один из военных рассказал, что во время попытки забрать тела погибших были убиты еще несколько военнослужащих. «Боевики застали нас врасплох. База была сожжена, мы потеряли около 100 солдат. Это огромная потеря», — сообщил офицер, который пожелал остаться анонимным. Деревня находится под контролем боевиков. Также в их руки попало снаряжение, танки и оружие. Напомним, в сентябре боевики Boko Haram захватили город Гудумбали на севере Нигерии и напали на военную базу в деревне Зари, где убили около 30 военнослужащих. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.